Сегодня я покажу вам дом, основанный на эксплойте с треугольными крышами, и для него не нужны двери. Это идеальная лутовая для ваших самых ценных ресурсов. Она вмещает в себя почти 400 слотов места для лута. Цена рейда составляет от 30 ракет, а цена обслуживания всего 29 МВК и 2000 металла. Да, двери не нужны, но для своего внутреннего спокойствия можете поставить одну двойную дверь. Зачем? Сейчас все покажу. Как получается, если в доме не нужны двери, то как заносить туда лут? А вот так. Сейчас сделаем облет по базе и можно приступать к строительству. В доме есть нелутаемый шкаф и три нелутаемые лутовые, а также спальник и сундук для передачи лута. Ставим треугольник, от него три квадрата. Слева квадратов добавляем еще по треугольнику, чтобы можно было сделать полку. Далее квадратные фундаменты закрываем стенками. Удаляем все ненужное. На свой выбор в любом из аналогичных мест можете поставить шкаф. Устанавливаем две полустенки, нижнюю ломаем, устанавливаем перила. Лестницу устанавливаем таким образом, чтобы ее подъем начинался с дальнего левого угла. Далее устанавливаем большие боксы. Теперь закрываем все полустенками. Не забываем перевернуть. Теперь на первом этаже осталось поставить еще три ящика, мангал, три маленьких ящика, печку и спальник. Как видим, все прекрасно лутается. Очень важно, чтобы лестницы были улучшены в МВК, иначе второй сундук не получится залутать. Ставим потолки и переходим к самому сложному – крыша. Устанавливаем по бокам дополнительные стенки. На каждый потолок ставим по треугольнику. Также делаем буферки снизу. Приступаем к самому сложному. Здесь главное сделать все с первого раза. Ставим проем и гаражную дверь. На треугольный потолок ставим треугольную крышу. Далее устанавливаем сундук. Как видите, у меня с первого раза не получилось установить его правильно. Также важно изначально поставить потолки, иначе потом они просто не поставятся.
На каждый треугольный потолок ставим треугольную крышу, а на каждый квадрат ставим обычную. Прям возле сундука крыша не ставится, поэтому чуть дальше. Закрываем все треугольными крышами, как на видео. Там, где не ставятся косые крыши, ставим стенки. В принципе, постройка дома завершена. Сейчас я лишь покажу, как это можно использовать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь.